И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Royal Quest. И сегодня я хочу посмотреть кое-что. Мне посоветовали в комментариях покачаться в Эндинополисе. Да, тут как бы я уже бегал, поэтому знаю, что да, когда, где. И, собственно, инфанты я могу сюда добраться без проблем. И у меня какое-то непрочитанное письмо. О, 15 тысяч золота. О, спасибо. Очень-очень даже спасибо. Енигар, хожу из этой игры. Нервы больше не выдерживают. В ней играть, удачи, думаю, тебе это пригодится. Сейчас объясню немножко. Он купил шмотку и с 2% шансами на сломание. У него шмотка сломалась. Вот такие вот дела. А шмотка дорогая. И сломалась она по глупости. Так что, поэтому он и удалил эту игру. Ну, он вроде писал то, что он ушел на другой сервер, что-то типа того, то есть не полностью из игры ушел. Но, как говорится, отсюда он ушел с этого сервера. Вот, и давайте посмотрим доспехи Амбера 43 левела. Молот молчания 45 левла. И щит костяных врат 44 левла. И 430 тысяч золота. Спасибо еще раз тебе огромное. Как говорится, жаль, что ты ушел. Ну да ладно. Как говорится, ушел и ушел. Вернется, если будет на то желание. Да. Конечно, тут очень много всего, просто очень-очень-очень-очень-очень много всего. Просто он, походу, делал весь свой склад, скинул именно мини. Ну, потов много, даже четырехлистный клевер есть, это хорошо. О, железный ключик, вот это, конечно, супер, я его буду использовать. Ну, это те поты, которые были в прошлый раз, про которых я уже рассказывал. В общем, все очень довольно-таки классно. Сейчас у меня по деньгам, как видите, спасибо вам, ребята, огромное. Я не буду прекращать играть в Royal Quest только ради вас. В общем, сейчас сразу же бежим, раз у меня уж нормально денег есть, то сразу же бежим туда. 4000, я думаю, у меня бы хватило бы деньжат на перемещение, но это максимум, на чего у меня хватило. Сразу же сохраняемся. Спасибо. Жвачка. Жвачка 8000. Самоцветы. Интересно, а для чего они нужны? Ребят, кто знает, напишите. Я думаю, тот самый Енигар знает, раз он мне отправил столько самоцветов. Для чего они вообще нужны, блин? Я что-то, честно, не помню. На ком? На нем качаться, да? На нем мне качаться. Так. Стоять, зараза! На тебе, котеныш. Так, ну, в целом, неплохо. Но надо, конечно же, слезть с своего боевого коня и мочить уже так. Вот это фигово. Я не думал, что они помогают друг другу. Оп. Я колонки забыл выключить, прикиньте. Так что вы, наверное, из игры слышали двойной звук. Завалил. Я не поставил. Сдохни. Я забыл тотем поставить. Забыл колонки выключить. Вот я лошара. И забыл поты взять. Хо-хо, благо далеко не ушел. Да уж, конечно, я еще тот гений. Кстати, да, я выключил музычку из игры, меня задолбали все эти авторские права, там все дела, там музыка, да, там типа нельзя использовать и все в таком духе. В общем, меня это реально начало напрягать. Ну вот и я как бы музычку выключил, 60 левел, вот и как бы включил свою музыку. Так сказать, чтобы уж совсем не в тишине играть. Так, склад. Да. О, кстати, склад. Почта. Забрать. Супер.
это именно те поды, которые мне просто нужны, я как бы за ними-то и шел. Так что погнали, ну, нормально, здесь хитиновые пластинки понабиваются немножко. А, в целом неплохо, неплохо, мне здесь уже начинает нравиться, ну, как бы, по опыту надо, кстати, глянуть, что я там получаю. А, блин, я с коня-то не слез так же. Вот лошара. По опыту. 472. Ну, в целом неплохо. Так, жвачка надо захавать. Чтобы быстрее бегать, потому что я сейчас буду... А, туда бежать не смысла, потому что я сейчас буду бегать без коня. Я думаю, надо будет его иногда надевать. Так будет быстрее. Так, слезаем. 41 левел. Ёкарный баба. Это еще вампир. Да, конечно, только на тебя и осталось мне нападать. Крабиков, пойдемте валить крабиков. И сдохни! О, да. Я просто подумал, раз я не могу его догнать, то почему бы не ударить дальнобойным скиллом? И сдохни! Вот это супер! О, жвачка отшколотовая, это на энергию! Я бы тебя промахиваюсь, ну супер, я пошел отсюда. Пока. Это, конечно, да, это реально подстава. Я не знаю, почему я так промахнулся. Да. Одни сплошные промахи. Я слишком дрищ для них, так что мне надо бежать куда-то, где я вообще сам. Ага, я вот он. Мне надо куда-то сюда бежать, там были какие-то лоу-левелы. Чуваки, жопа полная, я попал опять под удар, я бегу, я лечу, у меня 27 отказ, золотой сундук, красавец сундук, просто сколько тут сундуков, и сколько здесь, ой, черный краб, я думал, он меня убьет, еще и вампир, не, спасибо большое тому, кто посоветовал мне, точнее, посоветовала, судя по нику, спасибо большое, беги, лети! Просто как ветер, давай, как ветер, лети просто как ветер, супер. А, я успел. Ах, ты ж блинский, я там же появился. Чё, крокодил? Ой, спасибо большое тому, кто мне посоветовал сюда прийти. Так, ну ладно, окей. Будем выживать. Так, стоять, хиляемся. Садись на коня и поскакали, просто... Меж врагов, прям скачи как ветер, ёпарный театр. Надо этот скачок поставить на какую-нибудь клавишу, которая у меня там под рукой будет. Можете, заюзать меню, у меня здесь заюзано. Господи, я сейчас умру. Смертью нехрабрых, потому что я как трус убегаю, я сдохну сейчас как смертью нехрабрых, нифига. Ну вот, вот они те места, где уже крабики обитают. Поменьше скорпионов, побольше крабиков, и это хорошо. О, да, супер, вообще, просто валим, слезай, мочи и убивай. И вот так вот, и давай, вот так вот. И еще разочек, и я тебя покараю. Да, супер, коралловый краб, спасибо тебе большое. Я хилочку заюзал не на того. И ты что-то как-то, это, знаешь, как-то... Как-то, ну, не очень. А клеймо-то остается? Офигеть! А я-то не знал, а я промахиваюсь. Неплохо. Оказывается, если я юзаю клеймо, ну столько времени остается. А я думал, типа, заюзал предмет на нем, и клеймо исчезло. А оно остается. Офигеть, вот реально круто, оказывается, как оно. Это вообще супер. Ну-ка, давайте-ка глянем. Так, эту бочку не разбить. Фигово. Я уже обрадовался. Это тоже ничего не достать. Фигово. Ну-ка, давайте-ка. Клеймо. 12 секунд. О, да. Супер. Вообще супер. Офигеть. Это я, получается, так могу надамажить своих, так сказать, тех, кто до меня бежит, своих врагов, и нормально, и получить меньше дамага. Ай, ты вампир, да? Ой, я тебе промахнулся. Ой, а вас там двое. Ой, как фигово.
Давай, давай уже. Сдохни, гад! Ладно, убежал, и на том хорошо. Вообще супер. А ты стойкий? Нет, ты просто защищенный. Ты козел, потому что бутыль придется пить. Бутыль. И... Ах, ты ж гад. Жвачка. А, у меня... Ну, давай. Давай, давай. Там. О, вообще хорошо. Хорошо и хорошо. Так, пьем. О, кстати, пьем. На, это все закончилось, блин. О, ракушка. Сколок раковин. Супер. 33-й левел. А я 32-й. Нормально. Мы практически тащеры. Вот, кстати, жаль, что чужие знамя не могут хилять. Это было бы круто. Ладно, погнали. Погнали. Вот, я вспомнил, что я хотел заюзать. Я вот это хотел заюзать. И еще мне надо использовать пополнение энергии. О, кстати. Давайте вот это поставим. Чтобы во время боя мог это заюзать. Жвачонька. А, давай, и хилочка. Хилочка не повредит. Хилочка это хорошо. Так. И погнали. Валим. И убиваем. Супер. Чё? Перчатки. Ого, ловца удача. Вот это я реально удачу словил. Окей. Я счастлив. Прикольно. Перчатки ловца удачи. Неплохо, неплохо. Так, правильно, бегу, да. Они где-то здесь, а? Не, качаться здесь можно, да, реально. Это и прямо недалеко от города, и все дела, как бы. Я смотрю, здесь много кто качается. И даже что-то я могу выбить. Это круто. Вот, я к этим хотел подойти. Так, у меня печать в откате. У меня печать в откате. Но я могу так надамажить по тебе. На тебе раз еще. Еще разочек. И еще разочек. И вот так вот. Так, и что с вас падает? Какая-то старинная монета. А, шкура и старинная монета. Окей. Что у нас тут по стоимости они стоят? Ну, в целом... Ёкарный бабай! Это, конечно, да. Я маханул сюда прийти. Интересно, за круговое движение мне по два восстанавливают? О, крылья жужи. Супер. Или же... Че, я еще что-то выбил? О, я вторые перчатки выбил. Супер. Еще раковину. Прикольно. Окей. Да. Не то. Да, блинский. Да. Ну, я, короче, вообще не знаю, что. Ну, окей. Человек, если ты мой подписчик, то ты попал на видео. Не, окей, не, ну, кстати, да, в тот район туда не пойду, там этих гопарей слишком много, они там реально очень много их. Я боюсь, они меня просто запинают, и вообще, прям запинают. Не, до сих пор неловко, когда, знаете, узнают меня и все дела, это просто реально неловко, потому что... Ну, блин, у меня не так уж много подписчиков. Ох ты ж, нифига себе! Ёкарный бабай, не... Ох, стой! Ещё козёл! Вот, у меня не так уж и много подписчиков, и тут бабах меня узнают. Это прикольно, знаете. Ё-моё, я туда не хочу идти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Матерь божья, вы что творите? Да ну вас нафиг, я пошел. А, прикольно. Так. Обратно лог боя. Вообще супер. И раз, и два. Блин, с двух ударов вообще супер. Так. Уу! Офигеть. Ой. У меня тут лут не попадает в инвентарь.
Супер! Супер, 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 супер! Стой, стой, стой! Ай, не то! Не. Ай, все! Запутался! 4, шкурка. А кто у тераст? Стоять, погодите. Это просто важно. Это козел спер мой лут. Нате! Нате, гад! Блин, клеймо, классная штука. Ой, клеймо. Так, стоять, браслет, 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 браслет. За место чего я могу его взять? За место чего? За место... Йо, просто это я сапфир не выложил, что ли? Я сапфир не выложил. Шкурка. Давай шкурку выкинем. 27. Ради чего я старался? Ладно, всегда с ним. Одеваемся. Да, мне осталось только одни перчатки переодеть, я потому что это почему-то оставляю в инвентаре. Ладно, фига с ним. Фига с ней. Так. Открываем сундук, достаем бабосики. И лечим на зелье. Ну, тоже неплохо. Так, одеваем перчаточки. Лечим на зелье. Ну, нормально, нормально. Почему бы и нет? Почему бы и нет, как говорится. Так, погнали. Шоколадное сердечко. Надо их дохавать уже до конца. Это мне он писал, не он писал. Ай, ладно, вообще без разницы, кто мне писал. Там мне чат покручивать лень. Ага, ну ладно. Помарика. А, помарика. Помарика. Окей. Не, кстати, да, реально, классная локация, если знать, на ком можно качаться, на ком нельзя качаться. Допустим, вот скорпиона вообще боюсь теперь подходить, потому что сколько я ударов по ним попал, и все промахнулся. Вот поэтому и боюсь. Так, кстати, давайте на склад схожу, сапфир уберу, потому что сапфир это нужная штука, просрать ее неохота. Ну, в смысле, выкинуть все дела. Вот, освободить нужно. Так, вот это скидываем. Что бы еще можно скинуть? Да ничего, нельзя тут скинуть такого. Перчатки. Не, перчатки прикольно. Как минимум, знаете, вот просто НПЦ их продать. 4500. Просто 4500, даже если я НПЦ их продам, это будет хорошо. Вот, а я думаю, я их поточу, поделаю что-нибудь с ними, так что... А я соберу. Я не гордый. О, искрящие слизь. Ой, здесь крокодилы! Кстати, на одного крокодильчика можно попробовать напасть. Так. Че, опять промах, что ли? О, да. Да пошел ты! Этим говном промахиваюсь. По большим левлам. Жвачка. Крокодильчик. Так, ну сначала надо отхиляться. Так. И вот так. Вообще супер. Так, крабани, агрессоры. Вот это ты молодец. Вот это ты давай сюда. Сюда. Ой, я по нему крутанул, что ли? Я знаю, что вот это тоже увеличивает дамаг. И напоследочек. Не, с крокодилом тут больших делов сражаться тоже. А, блинский. Я очень много промахиваюсь по таким левлам. Да. О, 1000. 1000, конечно, да, не спорю. Но реально я промахиваюсь по ним слишком много. Очень много промахиваюсь. Не, ну в целом неплохо. Мне здесь нравится. Мне здесь нравится, несмотря на то, что я здесь чуть не сдох уже несколько раз.
Ну, кстати, еще ангел-хранитель вроде бы не заюзывался. Ну и экспы за них дают. Вполне так нормально. Крайней мере, вот за этих, я не знаю, за обычных крабиков дают экспы нормально. О, 750! Блин, а крабиков тоже так нехило дают. И меня, походу, дело похиляли. Маг. Ёкарный бабаев, чё, реально, что ли? Да чё, во всех играх, что ли, такая фигня канает, а? Когда мобы об стенку убиваются. Я в Рожку играл в Рагнарок онлайн. Там такая же фигня канала. Просто можно было поставить стенку. И хай-левельные персонажи, мобы, они просто убивались об стенку. Блин, спасибо еще раз. Это канает, что ли? Я хочу мага теперь. Я хочу мага. Не, я буду играть. Не, мага я буду качать, как вариант. Да, если я буду продолжать играть, я буду качать мага. Но, как вариант, не на этом сервере. Возможно, на другом, как, ну, чтобы хоть какое-то разнообразие было в серверах. Потому что у меня реально нередко спрашивают, на каком я сервере играю. И, как бы, судя по всему, этот сервер не всем нравится. Все дела. Да что ты побежал, козел? И вот так... Тут ты давай круговуху мне. Супер. Не всем нравится этот сервер, в общем. И поэтому я думаю, что если я буду... Ой, не то. Если я буду качать персонажа, то... на другом сервере буду. О, 750, нифига себе, круто. Здесь даже бочки круче. Блин, хорошо-то как, а? Косяк. Я думал, он еще не сдохнет. Поэтому заюзал. Так, отходим. Тактическое отступление. Стоять. Спокуха! Спокойно, 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 чувак. Фу, нормальненько. Не, конечно, да. Я выбиваю жвачку, все дела, но это реально просто жопа сравнительно. Так, жвачку же надо заюзать на скорость ходьбы, я бы так сказал. Стой, 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 стой. Ну, че ты дотырик, козел? А, у меня знамя все равно исчезло. Ну, в целом неплохо. И лут набил, и вроде даже деньгами что-то понабил. Вообще, в целом, да, здесь, по сути, можно стоять на одном месте и сильно далеко не разбегаться. Как я, допустим, сейчас. Но тут просто монстров нету поблизости, поэтому... Так, ну, собственно, я играю с утра. Поэтому здесь людей нету, кто качается, как бы, поэтому монстры спавнятся реже. Вот, а если будут монстры спавниться почаще, то и можно тупо стоять на одном месте и получать люлей огроменных, потому что не будешь успевать убивать и все дела. Сдохни! Крысиная шкурка. Так. Так, ты у нас там стойкий, да? Стойкий это... Ой, стойкий это очень фигово, я тебе так скажу, чувак, что ты стойкий. Я хочу проверить на тебе. Вот ты как раз стойкий. Так что я хочу на тебя проверить кое-что. Вот это вот там. Ну, давай, и половиночку. Неплохо. Плюс сейчас в тебя успел. Вроде бы успел, но даже если бы не успел, ты и так сдох. Обломок ножа.
Вау. Обломок ножа. Ого. Осколок раковины. Все-таки это еще достается. Обломок ножа дороже стоит. Да, я трачу время на всякую ерунду. Ну, а что поделать? Браслет бащим. На пару копеек. А, вот такой фигней я и страдаю. Ну что ты? Что за фигня? Ты че в натуре? Какие тебе промахиваешься? Не, ну блин, да, не спорю. Здесь качаться можно, но блин. О, раковинка закрыта. Ну. Тоже надо однообразие. Мясо улитки. Пекинецу. Еще в задницу. О нет, ты исчезла. Ай, блин, я не туда полетел. Я не успел подобрать из-за этого. Вот говно. А, супер, у меня нету энергии. Вот ты мне сейчас и пригодился. Хотя я думал, что этот крав на меня нападет, поэтому я заюзал именно бутыль. А он не напал, он козел. Так. Я тебя покар... А, 60-й левел, я это думал, та же самая 30-й, которая... офигеть. Честно, я думал, что уже все и жизнь потеряна, и то, что я... Пока. Кстати, а поскольку они стакуются-то? Эти... крылышки жужжи, я вот что-то понять не могу, они реально уже за 40 лет вылазят, и они все еще не застаканы. Ты че, блин, стойкий, что ли? А, ты ловкий, я по тебе просто промахиваюсь, как говно. Стыгеть! Козел, трус ты козел, на тебе сорваться за это. Молодец. Ху-ху. Ну и в целом неплохо. Неплохо, вообще супер, мне понравилось. Мне это реально понравилось. Вообще, все замечательно. Вау! Нет, это тоже разбирается быстро. 666. Блин, это надо в пати. В пати. И, ну, мне для пати мне надо совершенно другой билд, чтобы я смог в пати качаться. То есть реально переразбирать свой билд и сдохни. И... все в защиту делать. Вот, тогда будет хорошо. Хорошо и хорошо. Ну, а сейчас пока что... О, еще искрящие. Вот, а пока что сами видите все же по полной. Магазин. Вот, кстати, шоколадская жвачка. Стоит 190, а на рынке ее продают по 200. Ну, проще говоря, скупаю. Кстати, интересно, ну-ка. 190... Ну да, там по 10 копеек, по 20 не зарабатывают, но это в целом глупость. Стебель? Скала стебель летана выбил. А, точно, с крысенкой вроде стебель летана падает. Я даже пытался как-то пойти выбивать с них, но ничего у меня не получилось, я потому что говнище. Нормально. Понемножку, полегоньку и что-нибудь тогда будем. Ой, ладненько, ладненько. Ой, а кстати, давайте посмотрим, что здесь у меня. Что вообще? Бронзовый щит. Ёлка, не бабай, да? Левел-то надо. Японские городовой, какие надо левелы. Явно не такие, которые у меня. Мана энергия. Вот, видите, по 239. Тут, собственно, можно купить их и здесь и продавать. Вот, но это все фигня. Вот, а здесь что ты продаешь? А слаутовый, у меня не слаутовый, у меня говно. Ладно, в общем, в целом прикольно. Локация годная для кача, но однообразие, оно однообразием. В общем, на стриме-то, понятное дело, я здесь побегаю, почему бы и нет, вполне так интересно. Но разнообразие нужно искать. И, наверное, в следующей серии я в пустыню Мара пойду схожу, посмотрю, что там.
Просто новые локации надо узнавать. То здесь нету перехода на локацию, здесь только сюда. Так что сходить в пустыню Мара, я думаю, там просто ядренышки какие будут, левлы у персонажей, у монстров. Ну, я хочу посмотреть. Вот. Ну, если что, тогда побегаю здесь на этой же локации. Ну, а я с вами буду, пожалуй, там прощаться. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ну и, конечно же, делитесь моим видео со своими друзьями, пускай они тоже узнают что-то новое по этой игре. Всем удачи и всем пока!